Всем привет! Сегодня долгожданная для многих рубрика «Пустые баночки» и для многих нелюбимая также она. Ну, специально снимаю отдельным видео. Кому не нравится, не смотрите. Видео подписано. Поэтому, кто хочет смотреть, всем приятного просмотра. Значит, первые продукты я покажу, которые еще не закончились у меня, но уже они вот-вот. Такой вот кондиционер, бальзам для волос. Я сейчас вернулась, так как осветлила волосы, вернулась с кондиционером. Поэтому пошло в ход все, что было не нужно, все, что стояло. Был у нас такой набор, шампунь и вот этот кондиционер. Ну, скажу так, шампунь мне вообще не понравился, он жирнит волосы, а кондиционер этот тоже такой себе. Честно говоря, сегодня опять же им пользовалась, не заметила ничего в нем особенного. Поэтому прям рекомендовать его не могу, но знаю, что многие любят, многие пользуются. Вот тут уже осталось чуть-чуть, на пару раз. Поэтому закончу и выброшу, уже не ждать новых баночек. Так, то же самое, но гель для душа, видите, капулька осталась. Это гель с бананом, по-моему, он итальянский, если не ошибаюсь. Валенсия. Ну да, вот, Испания. Знаменитые, в принципе, гели для душа. Хороший запах банана он имеет. Да, именно вот такой настоящий банановый запах. Но он сам по своему качеству мне не понравился. Он не сильно насыщенный, пена у него как бы. Он вроде бы и хорошо пенится, но нет вот этого кремового. Хотя он, видите, вот такой вот кремовый. В принципе, гель для душа хороший. Вот, за 750 миллилитров я, по-моему, по скидке отдала 65 гривен. Это не очень дорого, но... скорее всего, что брать больше не буду. Очень хотела его, очень гонялась за ним, но и скорее всего, что брать не буду. Был у меня еще такой гель этой фирмы Дыня, по-моему. Ну, тоже хороший запах, но ничего особенного. Короче, не знаю, почему он мне не понравился. Просто вот рассказала, как есть. Следующее, вот такой ополаскиватель «Своя линия», очень хороший, я брала зеленый, такой зеленый мне понравился больше, в этом мне не понравился вкус и запах, очень запах такой камфоры, знаете, вот когда мажешь там больную спину или ноги, присутствует такой запах, ну, в принципе, он мне очень, как бы я к нему привыкла, ничего особенного, но он... не так мне понравился, как зеленый. А вообще хорошо очищает зубки, очень хорошо освежает дыхание. Но я после всех ополаскивателей еще водичкой полоскаю обязательно рот. Так что этот рекомендовать могу. Брала его в АТБ по 12 гривен по скидке. У меня был зеленый, потом я взяла синий. Еще у меня есть зеленый в запасах. Вот. Но именно синий мне не очень по запаху. Но, в принципе, по качеству... отменные, за 12 гривен вообще супер. Так, это я уже баночку помыла, приготовила себе. Не первый раз покупаю вот такой My Body скраб для тела. Это скраб стоп целлюлит называется, цитрусовое масло, соевое молочко и мята. Классно пахнет апельсином, хорошо печет кожа от него. Вот, и печет в хорошем смысле, так разогревает, знаете, кожу. Но понравился мне он, хорошо скрабирует, у него мелкие такие частички, но они такие жесткие, синтетическая, не натуральная, не косточки никакие, именно синтетические частички. Ну, пластмасса, наверное, или какой-то, что там обычно добавляют. Не стану сейчас искать в ингредиентах. Короче, скраб рекомендую, классно, до красна, так знаете, очищает кожу. Классный запах апельсина, холодок мяты, такая приятная пекучесть, очень классный. И цена у него бывает очень дешевая, как для скраба, 250 миллилитров здесь, вернее грамм.
Вот, очень-очень нравится. Так, ну, с этими баночками мы закончили. Теперь приступим к другим баночкам, пустым. Взяла я кулечек, приготовила. И будем сразу опустошать ведерко мое. Так, вот такое мыло. Быстренько покажу. АТБ мыло. Есть с оливкой, есть морское, еще какое-то с шелком. Хорошее мыло, большая. Тут большая расфасовка, по-моему, 100. Ну что тут? Да, 100 грамм. Большое мыло такое. Не сильно оно от воды, оно не разлазится от воды, знаете, такое бывает мыло, покупаешь, оно быстро от воды как бы раз в кашу превращается. Нет, это лежит целенькое до последнего, очень хорошо мылится. Мне нравится это мыло, не сушит сильно кожу. Любое беру по скидкам, отличное. Мангостин, смородина, крем-мыло брала в АТБ. Разумный выбор, опять же, понравилось. Хорошее, хорошо пенится. Хорошее гелевое мыло. Рекомендую, особенно по скидкам, когда оно по 9 гривен. Следующая масочка. Зеленая аптека. Шикарная маска. Вот это маски этой серии. Все маски вот в таких бутылках «Зеленая аптека» очень-очень мне понравились. У меня их было много. В прошлый раз я их набрала по скидке в Ашане. Вот, и очень всеми была довольна. Последнюю я брала вот эту единичную с ирисом. Голубой ирис и миндаль. Тоже очень понравилось. Хорошие масочки. Очень хорошо после них волосы расчесываются. Такие ухоженные, увлажненные. Не торчат, не пушатся. Очень-очень мне нравится. Так, дальше. Закончился дезодорант. Вот такой Rexona. Shower Fresh. Это что? Свежесть душа, по-моему. Если я не ошибаюсь. Хороший дезодорант, хорошо держит он, нету запаха никакого, очень-очень мне понравился. Люблю такие запахи свежие, именно свежие, ни к чему не принуждающие. Вот, но дезодоранты все нужно менять, потому что ваша кожа привыкает к ним. Так, закончился крем-йогурт для тела, вот такой Greenway. Использую часто я продукцию Greenway, она бюджетная и часто бывают скидки и неплохое качество для их, для цены вообще, для бюджетной они прям на высоте. С маслом виноградных косточек, молочные протеины, депантенол и алантаин. Вот. Ну, был только вот этот по скидке виноградный, поэтому я его взяла. Вообще я люблю с малиной такой брать. Очень хороший, бюджетный, недорогой, 200 мл, быстро впитывается, не остается никаких жирных пятен на одежде. Отлично увлажняет кожу, подпитывает ее, я довольна. Так, масочка следующая. А, нет, крем для рук. Разглаживание и увлажнение с гиалуроновой кислотой. Вот такой вот от Vitex Lift Intense. У меня маска, по-моему, такая. И мой любимый, по-моему, сыворотка такая же. Короче, что я могу сказать? Хороший крем. Разглаживание, увлажнение. Увлажнение, да, 100% увлажнение. Отличные после него ручки. Если часто мазать... Ничего плохого сказать не могу. 100 мл, бюджетный и очень качественная продукция. Так, ополаскиватель, про который я вам говорила, зеленый. Зеленый вот мне нравится больше, он просто пахнет мятой. Да, просто такой мятный запах. Вот, тоже очень-очень хороший. Я рассказывала как-то в одном из видео, что я зубными пастами уже... сейчас не пользуюсь так, как раньше. Вот утром вы встаете, да, все чистят зубки зубной пастой. Я сейчас так не делаю. Я просыпаюсь и чищу зубы просто зубной щеткой без пасты. Вот. У меня два варианта есть. Либо же я полоскаю полоскателем и поднимаются все вот эти чешуйки, весь налет на зубах. Когда он поднялся, я полоскаю рот водой после полоскателя и чищу просто зубной щеткой. Потом еще раз полоскаю без пасты. И второй вариант, когда я чувствую, что у меня зубы без налета, я просто чищу зубной щеткой без ничего и полоскаю водичкой. И в конце
вот этим вот полоскателем, либо же и опять водичкой, да, либо же просто водой. Ну, чередую. Часто зубными пастами нельзя пользоваться, так и полоскателями тоже. Поэтому я чередую. Кстати, зубная щетка и вода — вот такое средство лучше даже, чем пасты. И ополаскиватель лучше очищает зубной щеткой, вот с обычной, без зубной пасты. Ополаскиватель лучше очищает, нежели зубная паста просто. Вот, попробуйте обязательно. Можно до, ну, можно сначала ополаскивателем, а потом чистить зубки. И потом водичкой смыть. Так, закончился вот такой фа блюбери йогурт. Такой гель для душа, да. У него приятный запах, такой кисленький, ягодный. Вот, он очень хорошего качества в плане того, что вот у кого сушит кожу, он не сушит кожу. Вот, вот эти гели фа, они, которые идут, как сказать, кремовые, да, они не сушат кожу. Хорошая фа фирма, вообще мне нравится во всех ее проявлениях. Вот, могу рекомендовать. Вот. Особенно часто он бывает тоже по скидкам. Так, закончился вот такая вот, такой бальзам для волос тоника у нас. Номер 462, неон пинк. Если вы хотите розовые волосы, покрасьте волосы вот этим неон пинк тоникой. Вот, у меня еще есть. Сейчас Вероничка покрасилась. Вот, и Виталинка просит покрасить волосы. Скоро я ей покрашу, но Виталинке я крашу до половинки. Так, закончился микропротеиновая вакцина, триуровневое заполнение волос, протеин, вот такой от фирмы Vitex. Одно время я ей была очень-очень-очень довольна, но все-таки для Виталинки она стала слабовата. Опять мы вернулись к маслам, но она неплохая, она хорошо увлажняет кончики, убирает вот эту распушенность, разглаживает ваши волосы, делает их шелковыми, распутывает. Хорошая сыворотка, я рекомендую. В отличие от шампуня, мне сыворотка очень понравилась. Так, следующее. Раньше были мои любимчики. Вот такой домашний доктор крем для профилактики трещин на пятках золотым мусом. Раньше я много таких кремов покупала. В принципе, сейчас могу вернуться в любой момент. Они очень бюджетные, классные, шикарные кремы и для рук, и для ног. Вот этой фирмы «Домашний доктор». Рекомендую вообще. Они копеечные просто. Хорошо увлажняют, смягчают, делают все, что нужно. Так, да, мыло закончилось. Вот такое классическое синее. Это наше любимое мыло. Нам не очень нравится с кокосом, с инжиром и всякое такое. Вот, мы любим классический вариант, как и в Сейвгаре тоже мыло синее мы любим. Поэтому это наш фаворит. Муж обожает это мыло. Ему не надо никаких гелей, ничего. Он обожает это мыло. Вот, классное. И вообще с этим мылом можно, я уже рассказывала лайфхаки, если вы куда-то едете и вам надо взять с собой очень мало вещей, да, каких-то продуктов косметических, возьмите одно мыло Dove. Им можно умыть лицо от косметики, оно отлично справляется, отлично вычищает вашу кожу, помыть тело, помыть ваши интимные места отлично подходит, отлично вымывает, ничего не сушит, ничего не портит, можно голову помыть. И отлично выстирывает вещи. Пятна, если у вас какие-то, носочки белые, отлично выстирует мыло Dove. Так что рекомендую на 100%. Так, закончился бальзам. Ой, не бальзам. Закончился гель для душа. Silk Foam, нектар, вот такой, драгон фрукт и личи. Вот, вот такой вот гельчик закончился. Он такой цветочно-кисленький запах у него, приятный, вот, но как-то он не очень мне зашел, если честно, ну, не станет он моим фаворитом, вот, это на 100%, но если по скидкам брать, в принципе, неплохой, как гель, моет свою функцию, выполняет, запах приятный, в принципе, да, но мне как-то он, не знаю, не полюбился. Прямо вот. Ну, я им пользовалась. Так, глубоко очищающая маска на основе глины. Вот такая вот, да, от Vitex. Маска шикарная. Есть у меня такой же скраб. Маска тоже от этой серии. И есть еще маска пленка этой же серии с углем.
Все три продукта шикарные. Берите, не пожалеете. И маска-пленка хорошая, отлично очищает. И скраб хороший, хорошо скрабирует. И вот эта масочка просто на основе глины шикарно тоже справляется. Она даже подпитывает кожу, подтягивает ваш овал, вот, и очищает. Хорошая маска, рекомендую, мне нравится. У меня уже это, по-моему, третья, и сейчас в запасиках у меня новая есть. Обязательно буду пользоваться. Так, супер блонд закончился у меня. Супер краситель от фирмы Acme. Вот, если вы хотите высветлить волосы, без проблем. Очень быстро высветляет, даже из темных цветов, из рыжих цветов хорошо высветляет. Значит, если вам нужно какие-то ваши места, на каких-то ваших местах отбелить волосики, сделать их незаметными, типа руки там и все остальное, кому что надо, очень классный, бюджетный вот такой вот высветлитель. Рекомендую, он недорогой, 16 гривен стоит, поэтому можете спокойно себе купить. Я его весь не развожу, а развожу по чуть-чуть и высветляю то, что мне нужно. Так, дальше. Дальше Фа Амазония Спирит. Вот такая вот, вот такой вот дезик закончился. Уже забыла. Приятно очень пахнет, да, приятно, свежий запах, вот, нравится он мне, но я не очень шариковые стала любить дезодоранты, не знаю, они мокрые, липкие, в принципе, он справляется, и вот если чередовать, например, с распылителем, да, дезодоранты, такой иметь, то, в принципе, нормально, два дезодоранта, 2-3 дезодоранта надо иметь, надо чередовать. Так, Nivea Men. Шампунь, уход, энергия, сила. Брали мужу, когда он ездил в командировке. Такой бюджетный вариант. Ну, еле-еле закончили его. Я его даже, по-моему, перелила там остаток в другой. Вот. Обычный, ничего особенного. Знаете, такой вот для тела и для волос. По-моему, тут все вместе. Нет, написано шампунь. Ну, муж, наверное, пользовался для всего. Вот, запах чисто такой мужской. Я не очень люблю такие запахи, мужские, жесткие. Вот, но многим нравится. Плохого ничего не могу сказать. Фирма Nivea, в принципе, это must have, хорошая фирма. Так, Тафт. Тафт уже давно закончился, как оказалось. Кто-то его кончил и валялся он у меня давно. А ну, закончился. Ну, да. Вот, я лаками не пользуюсь уже давно, вот, иногда мне бывает нужно, когда мы куда-то идем, в ресторан какой-то, не знаю, куда-то, вот, и тогда я покупаю специально лак, и потом он лежит, и пока его кто-нибудь не выбрызгает. Короче, лак Тафт сила кератина, обычный лак, нормально держит, вот, объем, так, объемные волосы, мегафиксация, ну, объем, знаете, если вы сами не сделаете, не зафиксируете лаком, лак вам сам не сделает его. Нормальный лак можно покупать. Вот, я лак всегда беру так. Чем дешевле цена, то мне подходит. Так, шампунь любимый Живица. Сейчас у меня такой же, и следующий будет такой же, и до этого был такой же. Нравится мне очень. Кожа не жирнится, хорошо очищает кожу головы. Вот, и отлично справляется вообще с волосами. А если у вас волосы не крашены, то вам даже кондиционер не понадобится. Это Невская косметика, тоже моя любимая из бюджетных. Так, любимый Old Spice, мы его практически не меняем. Вольшторм Old Spice дезодорант, он пахнет шикарно. Сейчас понюхаю, сразу слюна выделится. Такими, знаете, карамельками, пахучими, с кисленькими. Я вам не могу передать. Многие женщины пользуются этим дезодорантом. Вот такой он. У меня Вероника, дочка, обожает его. Я иногда мужа ворую. Так что это вообще супер запах. Но гель для душа этой серии не такой. Не такой запах. Но там тоже интересный запах. Такой грушки, яблочки. Так, крем-флюид для век. У меня сейчас такой же. От Белита, Тиаре и Ваниль. Крем-флюид для век.
хороший, легкий, увлажняет, разглаживает морщинки, подпитывает кожу, подтягивает. Мне нравится, я пользуюсь. Замечательно. 20 грамм продукт. Так, вот эта вот красочка очень хорошая. Элитан Professional. Вот такая краска темно-русый. Нравится мне эта краска. Я иногда очень редко подкрашиваю брови, буквально на пару секунд. Очень редко, это примерно где-то 1-2 раза в год. Это может быть летом, когда совсем-совсем у меня выгорают брови. Знаете, когда вы загораете, у вас кожа темная, а брови выгорают. Вот. Это тот вариант. Мне эта краска очень нравится. Я ее тоже использую по мере надобности, по чуть-чуть, не всю пачку. И там очень классная силиконовая щеточка. Вот такая, знаете, как в тушь ложат силиконовую щеточку. Точно такая же здесь. Эти щеточки оставляю, потом ими расчесываю брови. Их можно кидать в сумочку, расчесывать брови. Короче, мне очень нравится. Хорошая краска. Хорошо держится. Отлично. Так, маска пленка той же серии, то, что я вам рассказывала, хорошая масочка пленка, вот угольная линия, мне нравится для Т-зоны, отлично, отлично очищает. Любимая моя маска Элен, белая глина, вот такая глиняная маска. Вы знаете, что я в последнее время подсела на глиняные маски, просто разбавляете водичкой, и у вас куча, ведро маски, поймаете, вот с этой пачки получается, не знаю, порции 4-5. Это очень выгодно, очень бюджетно, нежели покупать глиняные маски в тюбиках. Вот, разбавили водичкой, я иногда свежее алоэ добавляю, иногда алоэ от холика-холика добавляю, иногда витамины добавляю. Короче, все, что хотите, можете добавить, можете просто с водичкой, и у вас будет супер маска. Вот, глиняная глина отлично подтягивает, очищает, осветляет, овал вам делает. Ну, вообще классно. Вот, рекомендую. Еще одно мыло «Разумный выбор» Фейхоа Манго. Вот такое вот. Это мне больше по запаху понравилось, чем предыдущее. Но тоже и то классное. По 9 гривен, когда цена, вообще можете брать, даже не думать. Я, когда будет следующая скидка, возьму сразу несколько. Потому что вот не взяла, а сейчас закончилось у меня мыло. И все, надо брать без скидок. Вот такая масочка для лица. Это маска тканевая. Хорошая масочка, увлажнила хорошо лицо. Подтянула слегка, слегка разгладила. Но такие масочки я наношу на ночь и использую 2-3 раза. То есть на ночь перед сном и потом снимаю ее в пакетике, ложусь спать. Вот, и на следующий день. И так раза 3. Делаю. Вот, но на очищенное лицо и чистыми руками. О, мой любимчик. Обожаю этот гель. Сейчас его нигде не могу найти опять. Все время в поиске этого геля. Как же он пахнет. Вот он похож на мыло на Dove и на Savior. Вот он похож, этот гель. Дуру. Я его люблю. С оливкой. Классный, классный гель. Рекомендую. От него вообще не сушится кожа. И классный такой запах. У меня муж его обожает. То есть им может и женщина, и мужчина пользоваться. Тоже один из вариантов, когда вам надо в дорогу. Допустим, вы едете всей семьей. Для всех взяли вот такой гель для душа. Мыло Dove. И вперед. И с песней. И вперед. Так. Пур коллаген My Face. Это мне подписчица прислала эту масочку. Я ее, в принципе, видела, эти маски. А, нет, это не там. Ну, тоже, да. Мне подписчица, спасибо большое, что я попробовала ее. Значит, тут был такой шарик. Он был как вата, знаете, или даже как кокон паучка такой он был. Ее нужно было масочку эту в ладони разбавить водичкой, чуть-чуть капелькой, вот так растереть и нанести на лицо. Когда я ее растерла, честно говоря, там ни маски, ничего не было. Там осталось, знаете, такое, как пленочка от крема, совсем-совсем мало. Я не поняла этой маски, честно. Я сделала все, как там было написано. Я снимала на видео, как я эту маску делала. На лицо практически не было ничего наносить. Я потом добавила еще воды и быстро вот так сделала и быстро нанесла, что было. Вот, ничего я не поняла, честно говоря. Ничего плохого не было. Ну, как бы такая пленочка образовалась на лице. Типа увлажнила, слегка разгладила, но
честно, вот я не поняла. Может, кто-то пользовался такой маской? Расскажите, может, я что-то не так делала. Ее практически не стало, когда я добавила воду. Вот. Вот. Так что, ну, интересно. Спасибо за такой опыт. Интересно было попробовать. Обязательно, как бы, хочется обязательно пробовать новое что-то. Ну, не всегда получается. А так подписчики дают, видите, возможность, присылают мне посылочки интересные, с интересными продуктами. И у меня есть возможность попробовать и показать вам, рассказать. Так, Individual Blue Free. Много уже бутыльков мой муж использовал. Очень похоже на Aqua Di Gio. Вот этот запах. Тут у нас, по-моему, соточка, да, 100 миллилитров. По скидке, когда он около 70 гривен, беру всегда мужу, потому что это просто дешевая вода. Супер, ну, для ее цены стойкая. Она где-то полдня точно держится. В принципе, при близком контакте вечером муж тоже пахнет. Вот, но другие мне не очень нравятся. А именно вот это классное. Чистая линия. Не было у меня шампуня, надо было срочно купить. Вот такой взяла с крапивой, он был по скидке, укрепляющий. Обычный шампунь хорошо промывает волосы, ничего особенного. Можно взять в Ашане, знаете, такие дешевые бутли с шампунями, будет то же самое. В принципе, ну, перхоть от него, по крайней мере, не появилась, и на том спасибо. Так, закончились у меня вот такие дезодоранты, два их было у меня. Боди дезодорант стик кристалл без алюминия, гипоаллергенные, короче, без запаха он. Это такой стик, соляной стик. Вы мажете, его мочите водой и смазываете под подмышечными впадинами. Вот такая соль. Я выбрасываю, потому что она уже мне как бы царапает кожу. Вот, никак она мне уже не подходит. Я купила новый от My Body, по-моему, фирмы, дешевый, потому что вот эти были дорогие. Вот, я купила дешевый, он ничем не хуже, за 40 гривен, и тоже пользуюсь отлично. Но этот тоже хороший. Хорошо, пот, запаха нет вообще от него. Ноготок жидкость, Виталинка сейчас красит ногти, я на ногах гель-лак тоже не делаю, так что мне ноготок нужен. Ноготок — это самая любимая жидкость для снятия лака. Она самая классная, лучше всего снимает моментально, любой лак растворяет, даже блестки. Поэтому ноготок, он неизменный, это еще любовь с моего детства. Так, любимый дегтярное мыло, любимое, которым я умываюсь, вот, обожаю его. И если очень нужно хорошо продезинфицировать руки, я им тоже мою. Если какая-то рана, продезинфицировать, я им тоже это делаю. Короче, у меня уже, не знаю, наверное, сотый бутылечек. Лицо умываю только им. Все прыщи у меня пропали. Вот тут я ничего теперь не выдавливаю. Иногда у меня перед критическими днями, во время или после них, выскакивают где-то какие-то прыщики. Но это не то, что было раньше, когда мне надо было каждое утро вот тут вот чистить крылья носа, бороду. Это я сейчас делаю вообще так редко, вы даже не представляете. Вот, поэтому это мыло просто, я его обожаю и только им буду умываться. Хотя иногда я другие умывалки использую утром, особенно потому что, ну, с ночи как бы лицо еще чистое, но на вечер вообще дегтярка — это самое лучшее. Так, дальше покажу следующую масочку, вот такую вот. Это мне тоже прислала подписчица, это гель-маска. Я так и не поняла, эта маска должна сниматься пленкой или не пленкой. Она когда подсыхала, вроде бы намек какой-то был на пленку, но снять ее было нельзя. Короче, я нанесла первый слой. Потом думала, что мало, нанесла второй слой, то есть всю маску, хотя ее там очень много было, тут тоже такой кружочек был пластмассовый. Вот, она не высохла в маску пленку, просто гелевая маска, и я ее потом удалила спонжем и умыла лицо. В принципе, лицо было неплохое, такое, знаете, освежилось, посветлело и увлажнилось. Вот, так что, в принципе, можете попробовать такую масочку, ничего плохого про нее не могу сказать. И еще, знаете, я вам скажу так, у каждого кожа своя, у каждого свои предпочтения, и поэтому то, что мне нравится, вам не нравится, а то, что вам нравится, мне может не нравиться, это вполне нормально.
Дальше вот такая серия масок, я на них напала, они были по 9 гривен, это было супер бюджетно, и я их все попробовала. Ага, тут не все они, тут две масочки из Ашана, глиняные, тоже бюджетные. Вот такая глиняная, она мне не понравилась, с красной глиной, но лицо было как какашками намазано. Цвет был, видели, такой кирпичный, какой-то какашечный цвет. Не очень мне понравилась эта глиняная маска. Ну, вот, вот такой цвет, видите. Короче, и я ее покупать навряд ли буду. Может, другого цвета какого-то. И маска альгинантная, Ботокс Плюс, вот это мне понравилось. Из Ашана, она бюджетная, из альгинантных масок. Вот, хорошая очень, подтягивает хорошо, быстренько разглаживает. Особенно, если вам куда-то пойти надо, берите любую Ботокс маску, не Ботокс маску, любую альгинантную маску перед выходом куда-то. Сделайте, и у вас будет супер-супер лицо. Вот, альгинантные маски я люблю. У меня все, я, ну, думаю, может, когда-то разживусь и куплю большой альгинат себе и буду делать такой настоящий, знаете, салонный. И все, а, нет, масочки еще, да. Значит, кислородная маска пилинг, ровный тон, вот такая Green Pharmacy, очень понравилась мне. Пощипывает, очень классный тон лица делает ровный, хорошо увлажняет, вот. Очень-очень понравилось. Рекомендую, особенно по скидке, берите и не думайте. Вот эта коллагеновая сос-маска очень тоже понравилась. От нее очень классное, мягкое такое лицо. Вот, тоже рекомендую. Ой, Bubble Mask кислородная. Кислородные маски я тоже очень люблю, как и альгинантные. Вот, очень классная маска. Была дешевая для кислородной маски 9 гривен. Это просто вообще, можно сказать, бесплатно. И поэтому я вам рекомендую, этих масочек хватает на 3 раза. Вот, вот этого пакетика. Поэтому 100% это очень бюджетные маски, классные. Так, я не знаю, почем они, брала их по 9 гривен в Червоном маркете. А кислородная масочка, она как гель, вы ее наносите, и через время она начинает пениться, и такие бульбашки появляются, пена. Класс вообще. И гиалурон концентрат, вот такая увлажняющая, тоже мне понравилась. Вот, то есть вот эти маски я прямо все-все вам рекомендую. И последнее, что у меня осталось, это не косметика, это лекарство. Но покажу вам все равно, если вам приписывают разжижающие препараты, вот, всякие дорогие препараты, да, разжижающие, можете заменить спокойно вот таким магний-кор. Вот, он намного-намного бюджетнее. Кто его делает, я вам скажу. Киевский витаминный завод, улица Копыловская, 38. На Копыловской мы когда-то жили, только не 38, другой адрес. Там есть фабрика, да, витаминный завод. Вот, вот рекомендую для разжижения крови антитромботический вот, засип. Вот, 30 таблеток здесь. Здесь, значит, кто будет спрашивать, кислоты ацетилсалициловой 75 миллиграмм. Вот, потому что мне приписывали дорогой препарат, я сначала покупала, а потом вот этот пила, и он ничем не отличается. Вот, поэтому, пожалуйста, вам на заметку. И еще один препарат, азицин, это антибиотик. В принципе, это азитромицин, но азитромицина не было, он еще бюджетнее, азитромицин. 500-ка, тут идут 3 таблетки и в азитромицине, и в азицине. Просто производитель разный, это Дарница, а азитромицин там кто-то другой делает. Вот, и это классный препарат, вообще вот ангина у вас, или вот я пила, когда у меня коронавирус был, да, ангина. Ну нет, я не могу рекомендовать, но просто если вам приписывают антибиотики такого широкого спектра, да, действия, там ангина, бронхит и все такое, вот, можете попробовать вот такой вот антибиотик бюджетный. Вот. Ну, не ругайте меня за то, что я таблетки показываю, просто так из своего опыта, знаете, вдруг кому-то пригодится. Все. Ведерко пустое. Здесь у меня мусор полный.
Видите, сколько? И все, на этом пустые баночки закончились. Наговорила с вами аж на 35 минут. Все, не ругайтесь, всех люблю, целую. Пока-пока.